неразумных, я бы сказал, недалеких людей все пищит. Путин плохой. Вот сами видите, лес кишмя кишит машинами, лагерями, отдыхающими. Ну ладно, мы только лес. Посмотрим сейчас, что на берегу творится. Пройдемся. А на берегу точно такое же столпотворение. Машины, квадроциклы, мотоциклы, скутера, пожалуйста. Посмотрим направо. А ведь мы видим и перед мысом машин и людей, и за мысом. Правда, мы их не видим. Посмотрите, сколько на том берегу. Обратите внимание. Ну и вновь поглазеем на скутер и на его пируэты. Грех жаловаться-то, грех, товарищи. Еще раз повторю, грех жаловаться, грех пищать. Смотрите, тут уже даже не только на машинах, лодках и скутерах, тут уже и на самолетах летают.